Привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать в Краснодар. Матч номер 4 в бронзовой серии Единой лиги ВТБ. Локомотив Кубань, Зенит. 2-1, Зенит впереди. После трешки Карасева, это было почти 3 минуты назад, вообще ничего Зенит не забил. Кирилл Иватонцев, накрывая Фрейзера. Девон Акун-Персел против Винса Хантера пытается набрать очки дальним. И от щита попадает эта трешка Торопа в скидку. Трент Фрейзер, надо искать бросок. Денис Захаров абсолютно один. И еще один трехочковый от щита с использованием конструкции. Треха важная от Захарова, тоже получается Акун-Персел. 4 из 4 от Локомотива на старте этого матча с дальней дистанции. 3 секунды есть у Зенита, чтобы набрать очки. Фрейзер против Темирова закрывает первую четверть. Чуть изменилось сочетание Локомотива. Карвелл не стал бросать. Эртель смог перехватить. Бежит вперед. Томас 3 на лидерство. Мастерски попадает Эртель. Защитник-форвард. И дальше Зенит. Фрейзер на Хантера. Отлично. Сыграно. И 2 плюс 1. Мартюк пытался успеть. Зубков себе получил персональные опекуны. Разорвал дистанцию. Ой, красиво. И дальше на Карвелла Андерсона. Карвелл попадает на минус 2. Шикарный момент. Емченко. Акун-Персела будет прогружать. Пас обратно. Емченко 3. Забивает. Камбэк Локомотива. Кажется, упал темп. Акун-Персел пошел на перехват Морган. Узинский. Мяч остается у Локомотива. Кирилл Елатонцев с контактом, с мясом буквально через Кременко. Только пришлось рассчитывать на отскок, но он не в пользу Зенита. Елатонцева забивают. И забивает Кирилл Щербенев, ассистент Нортель. У него пытаются мяч вырвать. Перевод Карасеву. Будет ли рывок? Нет. Захаров и Винс Хантер. Винс Хантер! Воу! Как это было мощно! Здесь навес на Мартюка не работает эта ситуация. И отвечает Зенит усилиями. Все того же человека. 7 на атаку. Андрей Мартюк вновь с мячом, но выскальзывает он из рук центрового Локомотива. А Томас Эртель, убегая, попадает с правой стороны. Емченко. Мартюк занимает позицию. Темиров. Хороший пас. Но Морган. Карвелл Андерсон. 8 на атаку. Карвелл. Быстрый перевод. Передача. Мартюк и фол нападение. Фрейзер подставляется. Шикарно. Хантер провалился. Эртель. 1-1 против Кирилла Елатонцева. И передача на Винса Хантера. А тот решает в пользу Зенита. Поменялся на Моргана. Здесь Карвелл искал мне передачу в угол. Но все. Сергей Карасев поставит точку. Да. И это бронза для Зенита. 77-88. 3-1 в этой серии.